еще раз добрый день. Многие пишут уже, что сегодня не 20 мая. Конечно, сегодня не 20, сегодня 20 марта, а зима у нас не отступает. Сейчас я вам покажу теплицу. Поставили мы своим родственникам комби. Это переходящий павильон был переходящего года. У него еще высота низкая, 1,65 м. И арки в виде ферм. Видите, двойная дуга. Вот. Это переходящая модель была. Потом у нас стала высота 1,80 м, кто помнит, кто знает сейчас. И сделали ферму мощнее такую. Помощнее. То есть убрали внутреннюю трубу, потому что она все равно мешает. Сделали 40/40 трубу. И верхнюю только ферму двойную. Здесь вот, что здесь? Здесь получается лицевая сторона стеклянная, чтобы вид во двор красиво было. Все остальное покрыто поликарбонатом. Здесь даже уже переходная модель, уже видите, горизонтальные тяги все добавлены уже. То есть не одна по центру, а уже раз, два, три, четыре штуки уже. И новые двери нового типа уже. С ручками, вот, с замками, со всеми переливами уже. То есть отработано. Здесь везде заглушечки, видите. Поэтому так вот. Даже вот многие спрашивают, видите отверстия, даже которая дверь идет цельно, в ней отверстия просверлены. Даже если ставите форточку. Видите? Так. И форточка универсальная. Видите, отверстие здесь большое с одной стороны и в ручке, под ручку. То есть она переворачивается, может ставиться как форточка торцевая, глухой торец, как форточка в двери. То есть универсальный такой размер сделали. Ну вот мощный, видите, поликарбонат стоит. Четверка, это новатор все. Снег хозяева не чистили ни разу. То есть он сам, когда нагреется, съезжал. Форточка открыта, видите, специально. Все, автоматы сняты, сдернуты. Поэтому вот все отлично. Сейчас делаю пост. Давно про павильон не писал, все спрашивают. Скажу просто вкратце. Сейчас новый, который идет, у него высота 1,80 м, высота 2,57 м. То есть выше, чем вот старого типа переходной модели. Ну, уже видите, сколько раз ходил, снега уже сколько накопилось. С другой стороны покажу. Видите, жарочная стоит 100-летняя, на которой мы поставили тоже новатор поликарбонат. Видите, вся ржавая. Но это не наша теплица, сразу скажу. Видите, сколько снега уже ходило, таяло. Он съедет, опять копится. Вот так вот. Вот такая, видите, красота здесь полностью стеклянная. Стена. И очень летом красиво, когда все растет. С окон раз, второго этажа. Или здесь даже. Очень красиво получается, как павильон комби.